Здравия желаю. Итак, продолжаем эксперименты. Что я сделал сегодня? Тот же мотор, что вчера. Но набавил вольтаж. Вот это на 2,4. Вчера был на 12. Что вышло? Вышло на этом вольтаже, значит, реле пришлось убавить 0,1 секунды, 0,3 секунды, но увеличил выход до 92 ватт. Вот сейчас мы запустим, посмотрите, что происходит, почему это так вот происходит, может кто-то и поймет. А если не поняли, задавайте вопросы. Вот включаем 0,1, 0,3. Что у нас? Видите? Сначала она заводится. То есть прерывисто идет. Ждем. Все, видите? То есть накопила энергию и пошла сама. 0,3 секунды она самоходом идет. И напряжение вот оно. То есть что происходит? Мотор магнитный, накапливается энергия, самоиндукция. Так как мы прерываем, она не гасится встречной энергией. И идет сама. То есть на такой схеме можно строить какие угодно моторы, любой мощности. Но выбирать, видите, если на это напряжение надо 0,3, а на 12 вольт 0,4. Но зато здесь мощность увеличивается. Вот и под нагрузкой вот. То есть сила большая, можно ездить. На этом-то не поездишь, то понятно. Это 24 ватта сейчас. Сила у него. А если побольше мотор? То есть энергия скапливается обратная и пошла. И он сам генерирует, сам на сам работает. Но работает не вечно, а 0,3 секунды. То есть ему нужна подпитка. Это получается не вечный двигатель, а БТГ. Небольшая подпитка нужна. И все. И что получается в итоге? Давайте теперь посчитаем. Давайте посчитаем сейчас. Так, сейчас я тут выключил. Схему быстренько зарисую, но вчера рисовал. Вот она. Так. Вот он мотор, изображаемый кружком. Мотор с магнитами, с постоянными. Запомните, это никакие не эти, вот как вчера спрашивали. Никакие не асинхронные, это с постоянными магнитами универсальные моторы. И идет, значит, на него питание. Выпрямитель на 2,4 вольта. Который, значит, 220 делает 2,4. Так, далее. Идет реле. Вот так вот. Реле идет. Здесь сеть. Вот реле. Прерывай, прерыватель. Амрон. Разделяем, вот, чтобы понятно было. 0,1 секунду работает. 0,3 нет.
0,3 секунды нет. Что у нас выходит в итоге? Потребление, я смотрел вот по этому ваттметру, 23 ватта напрямую. А мы-то используем раз только в 3 раза. Значит, 23 делим на 3. 7,66. В общем, 8 ватт запишу. 8 ватт всего. Видите как? Зато выход у нас, значит, 23 ватта один раз. И еще 3 раза по 23. 0,3 секунды. Он работает, не снижая. Не снижая мощности, в отличие от инерционных. То есть запитывается магнитные, видите, лучи. Они запитывают самозапит делают. Благодаря тому, что энергия скапливается. Благодаря тому, что инерция, лишняя энергия скапливается. И идет отключение. Когда идет отключение, эта энергия движет ее, когда она скапливается, начинает двигать. Эти 0,3 секунды мотор, то есть самовозбуждается. Вот. Энергия самовозбуждается, то есть ее больше, значит, вырабатывает мотор больше в 4 раза, чем на него поступает, даже не в 4, а сейчас вам скажу во сколько. То есть это доказывает, что мотор всегда, любое тело, не как они говорят, сколько положил, столько получишь меньше, там, трение, херение. Нет. Сколько положишь, получишь больше, но взять не могли. Потому что, чтобы взять, надо вот придуманное реле, чтобы разделить токи. А если не разделять, то это вот лишняя энергия выделяет тепло, встречаясь с энергией с источника. Ну, на полезную работу не идет. Если, допустим, в лампочке накаливания оно идет на обогрев, тоже я использую лампочку накаливания, показывал, то здесь оно просто воздух греет. И все. А так оно крутит, когда это, значит, ему даешь пространство, здесь выключаешь, и оно крутит 0,3 секунды. И получается вот 28 ватт мы тратим. А крутится у нас 4 раза. По 23 ватта мощность. То есть с нагрузкой дает нагрузку эту 23. 23 помножаем на 4. 92 ватта, видите? А 8 тратим, разделим на 8. И помножим на 100. 1150. То есть КПД оно здесь меньше. 1150. Но выход больше в 2 раза. Зато КПД 1150 ватт.